13-я школа Каспийска готовится к скорому открытию кванториума, площадки, которая способствует развитию детей от 6 до 18 лет по разным направлениям – робототехника, физика, химия, IT и многое другое. Подобные технопарки открываются по всей стране. В Каспийске данная площадка появится впервые. В кванториуме мы будем реализовывать, разрабатывать реальные проекты на современном высокотехнологическом оборудовании. Для реализации проектов нам недостаточно будет использования тех современных аппаратов, технологий. Необходимы глубокие знания по физике, по химии, информатике, электронике. Поэтому мы вначале будем изучать основные темы, необходим для реализации полезных проектов. Миссия данного технопарка – это внедрение новой эффективной модели дополнительного образования для детей, возрождение престижа инженерных и научных профессий. К примеру, в этом кабинете дети будут обучаться программированию, самостоятельно готовить проекты и распечатывать их на 3D-принтере. Это 3D-моделирование. Они создают модель, фигуру, затем распечатывают на 3D-принтерах. Это взаимосвязано. То есть под идеей, их все задуманные идеи превращаются в реальность. Это как бы особая часть кванториума, именно хай-тек. Уроки физики станут интереснее благодаря оборудованию, разработанному на базе технического университета и интерактивной доске, на которой можно отобразить действия законов, отследить колебания волн и многое другое. Все понятно и доступно. Много чего они не понимают. А для того, чтобы они поняли, нужны демонстрации. Демонстрационные установки, пожалуйста, мы можем это сделать. И кроме того, у нас есть теперь цифровые лаборатории, которые позволяют в динамике показывать все процессы. То есть раньше, если мы делали с помощью, вручную графики рисовали, сейчас это все можно сразу вывести на экран и демонстрировать. На базе кванториума также будет функционировать кабинет робототехники. В рамках данного направления дети научатся проектировать робототехнические устройства, подбирать механические и электронные компоненты для робота, а также программировать его для решения конкретных технических задач. У каждого вида робота у них свои программы есть, приложенные к ним. Есть на основе Лего, Ардуино тоже роботы. До официального открытия остались считанные дни. Оно состоится 13 сентября на базе 13-й школы. В настоящее время из 250 запланированных свои заявки подали более 370 человек, что говорит о высоком спросе. Посещать кванториум смогут абсолютно все, независимо от места обучения.